Кирюш, смотри, как я у тебя убралась. Видишь порядок? А что там? Календарь. Да, я сделала. Ну что, это адвент-календарь. Будем с тобой отсчитывать дни до Нового года. 24 здесь мешочка. Кирюш, ты обалдеешь, когда знаешь, что внутри. Так, давай, 24-й. Я уже понял. Да. Садись за стол, открывай. Это будет проверка твоего терпения, сынок. Тебя ждет долгих 24 дня в догадках. Что же за набор тебе купила мама? Я читала, сколько дней точно? 24. Вот здесь 24 мешочка, и в каждом мешочке детальки. В итоге ты соберешь кое-что очень интересное, что тебе... Да, это я. Что-то, что тебе очень понравится, но пока тебе остается только догадываться, что это. С каждым днем ты все ближе и ближе будешь к своей миссии. Ну, показывай. Вот такая штука получилась. Как ты думаешь, что это может быть вообще? Не знаю. Даже не догадываешься? Ну. Да, догадаться сложно. В процессе, конечно же, ты узнаешь, что это такое, но не совсем скоро, я думаю. Интересно? Очень. Да? Ну все, ждем завтрашнего дня, продолжим. Может быть, завтра какие-то попадутся детальки, которые намекнут тебе на что-то, а может и нет. Ребята, просто хочется сказать вам огромное спасибо за столько добрых слов поддержки. Правда, видимо, просто не выспалась, а поэтому среагировала на какие-то негативные комментарии, но добрых, позитивных больше. Обязательно с вами чуть позже поделюсь тем, как я все раскладывала по мешочкам, вот, чтобы, возможно, кому-то тоже пригодится такая идея на будущее. Как идея, может, вам пригодится. Я долго думала, что хранить в этом узком шкафчике. И как идея, на верхней полке я храню доски разделочные. Очень удобно, они все стоят ровненько, не падают. И удобно брать и обратно складывать. У меня там чудо мое уже в своей комнате, пока я тут на кухне сидит, играет. Такое бывает нечасто, недолго, не думайте. У меня все как у всех. Капризничаем тоже и на ручки просимся. Сегодня очень плохо спал. Лёва, ты почему сегодня плохо спал? Вот. По игрушке это не новая игрушка. Это нам осталось от Митис было. Я не знаю, чья именно это была игрушка. Но нашли в Павловском посаде перед отъездом. Ну, стоит значок Хэмлис. Много вопросов было. Что, до Нового года осталось? 23 дня. 23 дня. Открываем новый мешочек. Напомню, что у нас получилось в прошлом. Это с первого мешочка Кирюша собрал. Вот что было в этом мешочке. Детальки Лего и продолжение инструкции. Тоже три листика с инструкцией. Как вообще... организован этот календарь. Сам лось и мешочки, это был комплект из магазина Мята Шоп. В мешочке я положила лего. У меня был большой набор лего, в котором было 8 пакетов. Каждый пакет я разделила на 3 мешочка, 3 части. И также туда оторвала нужную инструкцию. Вот и все, собственно говоря. Да, пришлось повозиться, но мне кажется, зато теперь очень интересно это собирать. И здорово, что не сразу понятно, что же за набор там спрятан.